Советские войска, освобождавшие станицу Славянскую, двигались с нескольких направлений, в том числе и со стороны поселка Совхозного, который был освобожден днем ранее. 22 марта жители прибрежного сельского поселения у памятника павшим героям провели торжественный митинг, а после приняли участие в районной патриотической акции «Тебе поем мы, Родина героев», которая состоялась в сельском доме культуры. Военно-патриотическая акция «Тебе поем мы, Родина героев» в Славянском районе стартовала в начале этого года и посвящена она 75-летию освобождения Кубани и станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков. Принять участие в акции в прибрежном сельском поселении пришли школьники, представители общественности, специалисты поселковой администрации. Собравшимся рассказали об истории освобождения их малой родины, а также поблагодарили ветеранов и тружеников тыла за их героизм и самоотверженный труд. Память о тех тяжелых испытаниях, выпавших на долю наших земляков, передается из поколения в поколение, оставаясь жить в наших сердцах здравым набатом, по невернувшимся с войны солдатам, болью и гордостью за свою родину. Спасибо ветеранам войны, труженикам тыла за мужество, героизм и трудовые подвиги. Низкий поклон, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Завершилось мероприятие праздничным концертом, на котором выступили лучшие творческие коллективы района. Патриотическая акция «Тебе поем мы, Родина героев» пройдет во всех поселениях района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».